Приключения жуков. Сокровища. Часть 1. Убедись, что тебя не заметили. Хватай! Смотрите, какая сумочка! Ты знаешь, что это? Это сумочка, в которой прячут сокровища знаний. Правда? Сокровища, они будут моими. Где мой цыпленок? Это лучше, это мои сокровища. Какие сокровища? Останови их! Бежим! Что они делают? Итак, смотри, думаешь, в ней есть все, что мне надо? Загадай, ты получишь это. Я попрошу тебя силы, чтобы быть сильнее самого сильного медведя. А мне дай небывалую хитрость, чтобы я могла обхитрить кого угодно. Эй, убирайся. Здесь нет ничего, кроме глупых книжек. Кто знает, а может, это и есть сокровища? Книги. Ты должна была принести мне цыпленка, а не книги, иначе я съем тебя. Только не это. Ну и дела. И без цыпленка назад не возвращайся. Классные книжки. Я счастлива. Барни, Банни, смотрите, что у меня есть. Волшебная сумочка с книгами. Волшебная сумочка? Надо посмотреть. Волк и лиса украли ее. А что с ней делать, не знаю. Они ушли, а я схватила. Так чего же ты ждешь? Открой и посмотри, что там внутри. Дай мне, я ничего не вижу, кроме старых книг. А книги и есть истинное сокровище. Конечно. Книги — это истинное, настоящее сокровище, дающее всем бесценное знание и силу. Полная ерунда. Волк никогда не читает книг, но он всегда сильнее умного кролика. Теперь я понимаю, почему они бросили книги. Они и так лучше и сильнее других. Мне это сокровище не надо, пойду домой. Ты пока посмотри книги, а я попробую его переубедить. Ты пыталась обмануть меня. Быстро найди мне что-то на обед. Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно, сейчас принесу что-нибудь. Получай! Быстро принеси мне вкусненького, иначе тебе конец. Хорошо, хорошо, принесу. Убирайся! Что ты скажешь, если я принесу молочного теленка? Мне подойдет, быстрее принеси мне его. Я скоро. И никаких оправданий, я очень-очень голоден. Какой он заносчивый, самоуверенный. Я даже еще крошки не получила от этого хвостуна. Но скоро все изменится и будет моим. И будет моим, 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 моим. Ха-ха-ха-ха-ха. Эй! 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 Вы слышали? Возможно, я могу использовать эхо, но надо, чтобы никто не узнал моего голоса. Где эта хваленая Чипси? Наверное, она давно забыла, что мы собирались сегодня на рыбалку. Может, она уснула? Удивительно. Это все, что надо знать про эхо. Ты опоздала на час, Чипси. О, прости меня, мне жаль. Мы хотели порыбачить. Мне жаль, но такие интересные книги. Прости, прости. Книги. Я уверен, сегодня будет клёв. О, посмотрите, какая вода. Рыба будет прыгать прямо к нам в сковородку. О, боже! Этот горшок изменит мой голос. Эхо сделает свое дело. Попробую! Какое замечательное место! Здесь так красиво! Поставь свой мешок с рыбой на землю и быстро уноси свои ноги, 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 ноги. Это огромный мешок с рыбой, теперь мой. Помогите. Ужасный монстр заставил меня бросить мешок с рыбой, и мне пришлось бежать. Все, вот я покажу ему, этому монстру. Нет, не надо, не надо, я слышал его голос, он страшный. Дай мне пройти. Я им еще покажу. Выходи и померься со мной с силой, как мужчина. Я его напугаю, как ребенка. Положи мешок с рыбой и убирайся немедленно, или ты пожалеешь, или ты пожалеешь, или ты пожалеешь, пожалеешь, жалеешь, 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 пожалеешь, 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 пожалеешь. Барни, ты жив? Ответь мне, Барни! Отвечай! Это было эхо! Это просто обман, не волнуйся, я все выясню. Не надо, не надо, монстр разорвет тебя на кусочки. Я тебе говорю, что не существует животного с таким голосом. Вернись. Не надо, пожалуйста. Противное создание, как ты посмел побеспокоить меня? Я тебе сейчас покажу. Остановись немедленно! Не подходи или умрешь! 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 Надо узнать, откуда идет этот звук. Проклятие! Эта противная белка меня не боится. Надо убираться. Это следы лисы. Надо рассказать друзьям. Барни! Банни! Посмотрите сюда! Ты хочешь сказать, что это говорил горшок? Нет, это говорила лиса. Она говорила прямо в горшок. Ее голос изменялся, создавая сильное эхо, которое напугало нас. А что такое эхо? Итак, это когда вибрация звуков разного резонанса соединяются вместе. Я покажу. А лиса жульничает. Вы никогда нас не перехитрите, не перехитрите, не перехитрите!